Апошняя подея в области у материалах корреспондента у телерадиокомпании «Гомель» у студии Натальи Игнатенко. Витаю вас, глядите у гэтым выпуску. Каля 445 тысяч жыхароў Гомельской области плануют удельничать у республиканским субботнику 22 красавіка. У Беларуси снова поменьшилась ставка рефинансования. С сегодняшнего дня она снизилась на 1 пункт и складает 14% годовых. У Гомеля вызначили уладальницу титула «Королева весна 2017». На ближайших выходных умовы надворья у регионе изменятся. Антициклон принесет дожди. И больше подробязно об гэтым не только. У Беларуси у четвертый раз с початку года изменилась ставка рефинансования. С сегодняшнего дня она снизилась еще на 1 пункт и склала 14% годовых. Нагадаем, эта величина демонстрирует, насколько дорогие альбо танные кредиты могут предоставить банки. По ставке рефинансования Центральный банк может позычить гроши коммерцийным банкам. Чем ниже ставка, тем больше надеянная финансовая ситуация у державе и тем больше доступные гроши. У таким выпадку возрастает объем их инвестирования у экономику, что сприяє яе росту. Але после этого могут поскориться инфляционные процессы, и тогда Нацбанку снова придется повеличивать ставку рефинансования. Покуль же инфляция у Беларуси снижается больше худкими темпами, чем прогнозовалось. Тому специалисты не выключают, что ставка рефинансования сёлета протягне снижаться. Каля 445 тысяч жыхароў Гомельской области плануют удельничать в республиканском субботнику 22 красавіка. Усе районы распачали подрыхтовку, зараз вызначаются месцы для проведения работы в этот день. Значная частка удельников субботника будет працевать на своих рабочих местах. Жыхары региона проведут уборку и добраупорядкование туристичных славутостей, места у памяти воинских пахаваний, скверов и парков. 22 красавіка будет организована бесперебойная работа громадского транспорту. Забеспечена доставка рабочих групп до места проведения субботника. Усяго в этот день Гомельская область планует заработать больше, как 1 миллион рублей. 50% сродков застанутся у распоряджения облвыканкама и будут накированы на обновление объектов историко-культурной спадчины, подрыхтовку до летнего сезона дитячих лагеров, умоцование их материально-техничной базы. До інших тем. С початку гэтага года на прадпрыемствах Гомельской области зарегистрованы 7 смяротных выпадков. Яшчэ 10 человек атрымали тяжкие травмы. И хоть не усюды гэта следство порушения у правилаў техники бяспекі, назвать ситуацию спрыяльной нельга. Менавіта об гэтым ішла размова падчас сённяшняга выязнога пасяджэння Президиума Совета областного объединения профсоюзов, якое прайшло на базе прадпрыемства Гомель-Шпалеры. Сумной статистикой и мерами, якія прымаюцца по поляпшэнні, ознаёмился Олег Сенцероу. В минулом году техничные инспекторы профсоюза проверили 926 предприемцев и организаций в области. При этом выявлено амаль 10 тысяч порушений. У среднем отремливается 10 порушений на каждом предприемстве. Все это показчики крыху полепшились, але не вельми значно. Ничего принципово нового у структуры выявленных недохопов нема. Эксплуатация несправного обсталевания и порушений правил техники безопасности. У 80% выпадков для ликвидации недохопов не потребны ніякі материальные затраты. Сярод резерву так само. Повышение эффективности громадского контроля. Не только громадских инспекторов у вогуле не было, але на шмат таких предприемствах ніяк не вызначится за их статусом и мерами заохвочивания. Общественный инспектор – это своего рода помощник мастера на рабочем месте. Когда мастер где-то отвернулся или занят организационными мероприятиями, он, как говорит, должен быть глаза и уши. И по-хорошему нам уже на довольно многих предприятиях именно так оно и есть. Но для этого нужно, чтобы директор, руководитель предприятия понимал, что общественный инспектор – это не инспектор, это просто помощник в работе профилактики травматизма. Узмацнение працовной дисциплины для предприемцев не только потребование закону, але и вытворшая необходимость. За дорогим сучасным обсталеванием порушальникам явно не место. Иншая справа, что принцип коллективной отказности широкого распространения на предприемствах Гомельской области так и не знайшоў. Нести огульное покарание за провинность одного работника люди не ожидают, особливо, коли меры заохвочивания значные. Каждому работнику, если он не нарушает правила охраны труда, выплачивается на лимитную карту 50 деноминированных рублей, которые он может потратить или на питание в столовой, или на приобретение продуктов в
нашем буфете или в магазине. На эти сроки, до речи, у столовой предприемства «Гомель-Шпалеры» можно обедать на протягу всего месяца. Увогуле, никаких значных порушений в последний час на этом заводе не означается. Разом с тем, от реализации додатковых мероприемств по профилактике вытворчего травматизма и профессийных захворений тут не отмовляются. У речи цена питания – життё и здоровье. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі адзначылі 98-ю гадавіну з дня ўтварэння ўпраўлення ўнутраных спраў. Дзякуючы аператыўнай работе міліцыі ў рэгіёне забяспечаны належны ўзровень правапарадку і грамадскай бяспекі. Па выніках мінулага года адзначана дынаміка зніжэння колькасці злачынстваў. У параўнанні з 2015 годам іх зарэгістравана амаль на 300 менш. Узровень раскрывальнасці па лініі ўсіх службаў склаў больш як 74%. Падчас урачыстасці ў дзеючым супрацоўнікам і ветэранам органаў ўнутраных справ были уручены юбилейные медали 100 годов милиции Беларуси. Кардиохирурги, врачи спортивной медицины и валиологи сегодня встретились за круглым столом, каб обмерковать питание профилактики хвороб системы кровозвороту. У большинства экономично развитых краин яны займают ведущее место серед причин смерти. Ускладняя ситуацию то, что такие патологии имкливо омолодживаются. Коли ранее инфаркт миокарда фиксовали у пожилых людей, заразу все частей он сустракается у тех, кому крыху больше за 30. Особливо до его схильные мужчины. Дякуючи намаганиям мурачоў знизить узровень захворвання и смяротности магчыма только на 1/3. У основном это задача самих людей. Такое меркаванне агучыў хирург областного кардиологического центра Вячеслав Чырков. Его коллеги отмечают, самый практичный и наименьш затратный метод профилактики – контроль артериального тиску и ведение здорового ладу життя. Это здоровое харчаванне, занятки спортом и отмова от курения. К сожалению, возрастает сейчас у нас заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конечно, присутствует нарастает психоэмоциональное напряжение населения, увеличивается количество вредных привычек, возрастает. Безусловно, мы работаем по направлению по антитабачной рекламе, то есть есть у нас созданы места для признанные для некурения, то есть это с органами власти, с местными, на областном уровне, с городскими властями, с областными властями. Мы такие места у нас есть, это определено. Дарэчы, летась у Гомелі з'явілася 13 зон некурэння. За першы квартал гэтага года іх спіс папоўніўся яшчэ настолькі ж. Сярод іх сквер імя Грамыкі, плошча Перамогі і пешаходная частка ў цэнтры праспекта Перамогі. Зараз абмяркоўваецца з'яўленне такіх тэрыторый у Мазырскім раёне. Теорію і практику навучання заміжним мовам сьогодні обмярковували у Гомельському державному університеті ім'я Франциска Скорини. Тут пройшла міжнародна науково-практична онлайн-конференція. У ділу її прийняли викладчики і студенти з Білорусі і Росії. Подробязності у Вероніки Ворошиліної. Другая міжнародна конференція під назвою «Теорія і практика навучання заміжним мовам. Традиції і перспективи розвиття» об'єднала більше як 200 учасників 6 білоруських і російських ВНУ. Організаторами цього масштабного і значного у год науки мероприемства выступили Гомельский державный университет имя Франциска Скорины и Московский державный областный университет. Головная мета – обмерковать наибольш актуальные проблемы мовной эдукации, обменяться доследшими напрацовками и вызначить планы для дальнейшей реализации. Мы абсолютно уверены, что такая современная форма проведения научной международной конференции очень значима. Потому что, во-первых, это прочная основа для профессионального взаимодействия в рамках межкультурного, международного сотрудничества. А во-вторых, это отличная возможность привлечь молодежь в науку и показать, что сегодня заниматься научными исследованиями не только очень полезно, но и интересно. Падчас міжнароднага навуковага дыялогу прагучала, адно з прыярытэтных месцаў у вывучэнні мовазнаўства належыць міжкультурным зносінам, якія дазваляюць зблізіць прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў. Таксама на канферэнцыі разглядаліся такія інавацыйныя формы, як, напрыклад, інтердысцыплінарны падыход у навучанні. Гэта моўная адукацыя праз іншыя дысцыпліны. Новыя методыкі з выкарыстаннем аўтэнтычных відэаматэрыялаў і прыцягненнем інтэрнэт-рэсурсаў дазваляюць зрабіць адукацыйны працэс больш цікавым, даступным, а галоўнае – эфектыўным. Очень нравится заниматься научной деятельностью, и
особенно изучать различные аспекты в обучении иностранному языку. Я сейчас уже работаю в качестве учителя, и некоторые приемы, которые были озвучены на прошлой конференции, я применяю в своей работе. Я думаю, что вторая международная студенческая научно-методическая онлайн-конференция поможет участникам активно взаимодействовать и решать научные актуальные вопросы, что, конечно же, положительно скажется на нашей педагогической деятельности, в частности, учителя иностранного языка. Фінальним акордом міжнародної онлайн-конференції стане видання сумісного зборника наукових артикулів білоруських і російських студентів-удільників. Вероніка Ворошилина, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Не только науковыми пошуками живе студентская супольность. Яркости и позитиву дадал минулому буднему вечеру региональный этап конкурсу «Королева весна-2017». 13 обаяльных студенток повинны были уразить глядачов своей прихожостью, грацией и талентом. Кто завоевал корону переможцы и путевку на республиканский этап, ведая Ганна Каральчук. У гримерках уластивая конкурсом метусня, а пошний пришитый гузик, отпрасованный костюм, коррекция прически и мейкапа. У девчат все повинно быть бездокорно. Перед удельницами, будучими медиками, инженерами, наставниками и экономистами, стоит непростая задача – показать свою квитнеющую весновую прихожость, а так само сдивить творчими номерами. Для меня самое сложное, наверное, это было сделать визитку, потому что нам дали всего лишь одну минуту, нас ограничили во времени. Как говорится, рассказать о себе за минуту, порой это бывает очень трудно. Я не думаю о победе, я прежде всего думаю о том, как мне хорошо выступить, достойно на сцене. И от того, что я участвую, это уже какая-то маленькая победа для меня. Быть сильной, красивой, обаятельной девушкой, во-первых, это те качества, которые должны быть у настоящей королевы. Она должна всем нравиться, излучать улыбку, вот, быть настоящей. Организаторы конкурсу зробили ставку на то, как представить жаночую прыгажость, как сукупность внешних даденных, духовных, интеллектуальных и творчих якостей. Первое знакомство жюри с удельницами отбылось под час конкурсу визитовок. Не меньше разил и творчий конкурс. Вокал, хореография и навод театральное майстерство. Глядачам и жюри так само представили видеоролики презентации, которые удельницы подрыхтовали специально до конкурсу. Упрыгожением вечера стали дефиле у дизайнерских костюмах под живое выконание песни «Песня дива» Виталем Сычевым, а так само традиционный финальный выход у вечерних сукенках. Головная интрига раскрылась у конца вечера. Третье место заняла Катерина Беловусова, студентка ГДТУ имя Паула Сухого. Первой вице-мисс стала Кристина Спирина, представница ГДУ имя Франциска Скарины. Корону переможца отримала Диана Гурина, якая представляла Гомельский державный технический университет. Остатние конкурсантки отримали узнагороды у особных номинациях. Забываем, все разрывается внутри. Я до сих пор не верю, я очень счастлива. Да. Спасибо моим родным, спасибо моим любимым одногруппникам, моей сестре, моей самой любимой семье, это в первую очередь моему любимому человеку. История республиканского конкурса «Королева весна» распочалась больше, как 20 годов тому. Переможца сёлетнего областного этапа у мая представит наш регион на республиканском этапе конкурса у Минску. РСМ – это Российский союз молодежи. Мы проводим с ними международный конкурс красоты, где Республику Беларусь будет представлять победительница республиканского этапа «Королева весна». Это не первый год такая форма участия, но представительницы Гомельской области пока на уровень международный еще не выходили. Надеемся, что в этом году, может быть, получится. Ганна Каральчук, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». У ближайшие сутки поляпшение надворья не продбачится. Про это сегодня поведомили синоптики областного гидрометцентра. Адмоўные ночные температуры захаваются. Чекаются заморозки от 0 до минус 5. Завтра в день температура по ветру складе от 5 до 10 градусов тепла. Опадков не будет. Ветер умеренный. А вось 21 красавіка варто чекать порывов до 18 метров за секунду. Такая температура на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Наиболее холодные температуры минус 5 минус 6 наблюдались по западу и местами в центральных районах. Ну, такой температурный фон, он характерен скорее для конца марта, начала апреля.
Ну, последний раз ситуация подобная наблюдалась в 2009 году. Причиной затяжного похолодания послужил антициклон, який пришел с Заполярья. Он накрыл Беларусь, частку России и Прибалтики. По прогнозам синоптиков, у ближайшие выходные ситуация кругу изменится. Однако не у лепший бок. Антициклон изменится циклоном, який принесе опадки. Ночные морозы отступят, слупки термометров у ночи пересягнуть нулевую отзнаку. У день, у субботу и у неделю поветра не прогреется больше, як до 12 градусов. При этом мощные порывы ветру заховаются. Ускладать особливых сподеваний на наступный тыдень синоптики так само не раят. У первые дни ночные заморозки знову вернутся. На этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до встречи.